Дозвольте, я представлю, до нашої студії завітав Олександр Малявський, засновник велокур'єрського руху в Миколаєві, та Анна Максименко, авторка проєктів громадського бюджету щодо велоінфраструктури. Доброго ранку, дякую. Ну що, бачили, отож, до речі, був нещодавно урбаністичний форум, я думаю, що ви теж були на ньому присутні, і львівські наші колеги, да, ділилися досвідом, сказали, що успішне місце – це те, де розвита інфраструктура, велоінфраструктура, я вибачаюсь, що в першу чергу має бути доріжка для велосипедів, потім вже для транспорту. Безумовно, як в Амстердамі, в нас не буде, але все ж таки, яка ситуація сьогодні в місті Миколаєві щодо велоінфраструктури? Будь ласка. Я хотіла бы сказать, что так как в Амстердаме, они тоже к этому пришли даже не за один десяток лет, поэтому не нужно загадывать, нужно просто начинать и делать. Если я не ошибаюсь, там лет 60 все строилось до того уровня, который сейчас. И начинается это всегда фрагментарно, очень тяжело, какими-то отрывистыми велополосами, велодорожками, которые, естественно, не соединены в одну сеть. Критиковать можно очень долго, что это неполноценно и пользоваться нельзя. Но, тем не менее, такое начало. Через него нужно пройти. И потом следующие поколения будут иметь возможность пользоваться, как в Амстердаме. Однако нам надо понять, что мы должны быть теми, кто хотя бы начнет это делать. Пусть не будет полноценными пользователями. Так что нужно закладывать в бюджет фрагментарно на тех участках, на которых мы можем, на самых удобных сначала для проектирования, на самых, возможно, не таких травматичных и не таких опасных. Надо начинать не с центральных улиц, но постепенно строить, и получится со временем соединять эти велополосы, велодорожки. Главное тут желание и менталитет управленцев города, чтобы они в своих решениях допускали и принимали это как базу, что велоинфраструктура – это нормально уже давно. И странно, что она у нас на таком уровне активистов совершенно и еще не перешла в русло управління городом до такої степені. Тобто, ну, мова йде не то, що там на прогулянку поїхати на велосипеді, діставатися до роботи, в магазин чи в школу. Тобто, це реально для нашого міста. Так, от ви засновник велоруху в Миколаєві. От що ви можете сказати з цього приводу? Яка ситуація сьогодні? Це реально, це потрібно, це можна робити велосипедом на роботу, в другі, там, по другим задачам. Просто там ще лет 5 или там 7 назад, да, в Николаеве велодорожки и все остальное, мы были очень далеко от этого. Сейчас понемногу люди понимают, что велосипед он там дешевле чуть-чуть, для здоровья полезнее, и уже не так зазорно передвигаться на нем. Если вот 5-7 лет назад было так, ну, как бы другое отношение к велосипеду. Сейчас это немножко стало стильным, модным, молодежным и тому подобное. И поэтому как бы люди сами уже начинают вот тянуться к этому, начинают какое-то занимать место на дороги, начинают за него бороться. Щодо цього, от коментар можна із Фейсбуку від телеглядачів, що за ідею, за правилами дорожнього руху, велосипед на рівні з машиною повинен їхати по дорозі. Але з нашими водіями, які не підозрюють про існування велосипедистів, це небезпечно. Прокоментуйте, будь ласка. Тут, в принципе, все сказано. Ну, на самом деле, есть ПДД, да, и существуют некие законы и тому подобные вещи. Там где-то прописано, что велосипед – это полноценный участник дорожного движения. Другие пункты, связанные и с велосипедом, и с как, уважением, с взаимодействием водитель-велосипед. Это все прописано, это оно уже как бы есть и много лет есть. Да, тяжело, да, страшно временами, и довольно часто ребята, там, мои ребята, не мои, попадают в аварии и все остальное. Ну, я не могу что-нибудь бачить, да? Ну, так случается, к сожалению, не все знают правила. К сожалению. Тобто для початку потрібно знати правила. Конечно. Чи можливо доріжки просто зробити? Нет, все вот здесь. Все вот здесь. Должно меняться сначала мышление людей. Они должны понимать, к чему они идут, как они идут. И потом уже, ну, велодорожки, они нужны, безусловно. Но изначально надо
раздавать книжечки ПДД всем абсолютно. Проводить роботу з людьми. Хто цим має займатися? От хто? Для того, щоб змінити наш менталітет міста. Ну, ми в какой-то мере этим занимаемся. Я, например, вот при любой возможной ситуации не иду на конфликт, да, с водителем. Я пытаюсь ему донести, почему он не прав или я не прав. Вот мы пытаемся разобрать эту ситуацию по именно по пунктикам і понять, хто із нас не прав. Маємо ще один коментар для глядачів, що немає ніякої складності намалювати велосипедну смугу. Так чому ж у нас в Миколаєві це не популярно? Що ви скажете з цього приводу? Ну, я думаю, що це не популярно, просто цим всерйоз ніхто не займався. Зараз якраз Велорух подав проект на бюджет участия в місті, яке голосування буде 4 сентября. Вот буквально через несколько дней. З 4 по 16. Этот проект как раз предусматривает нарисовать велополосу. Для нашего города это вообще впервые. Велополосу на участке Адмиральской, 1,3 километра от Моногоревского сквера до Пушкинской. Но это не так очень-очень просто, как кажется людям, потому что это нужно сделать проект, и мы добавим, скажем так, перепланировку всего дорожного полотна. Мы не просто добавим, как кажется, что мы дорисуем полосу. Ну, это так, уявляется так, что мы домалювали, маємо ще одну, але ж не так. Мы все перепланируем. Возможно, там получится полоса только с одного боку, возможно, с двух боков. Мы этого не знаем. Угу. Кроме того, когда она появится, понятно, что к ней нужны съезды с перекрестков. Все это должно быть по нормативам, по ДБНам. Это все нужно закладывать и делать. Съезды, заезды. Возможно, где-то нужно будет парковочный карман оформить. То есть это работа не просто нарисовать краску, это с дорожным полотном работа. Кроме того, это хотелось бы, мы так это видим, как образцово-показательный проект, как нужно делать, как нужно проектировать. Это для всех участников дорожного движения. Просто мы перестроим с учетом велосипедистов. Раньше их там не учитывали, а теперь их будут там учитывать. Там есть проблемы, не то что проблемы, но особенности этого участка. Например, гимназия номер 2, там паркуется очень много с утра приезжающих на машине детей, да, и потом их забирают, уезжают родители. То есть это все надо, с этим можно работать, это ни в коем случае не перепоны. Ну, будут, допустим, мы понимаем, что какое-то время ограничено движение по этой велополосе. Естественными вот такими причинами. Но это не значит, что она вообще не должна строиться, не должна проектироваться и создаваться. Кроме того, надо будет поставить дорожные знаки, возможно. Это все скажет проектант, что где нужно сделать. Но это такой первый будет шаг для нашего города, на основании которого уже можно будет потом делать какие-то выводы и дальше исправлять, что мы ошиблись или не ошиблись. Но мы хотели бы сделать это очень осторожно, показательно, вообще на каждом этапе, консультируясь с нашими коллегами, например, из Ассоциации велосипедистов Киева, с лучшими проектантами, которые... Они вам дают свои порады, как я говорю, конечно, да, однозначно, они этим и занимаются. Да, рахували, я знаю, восени, навесні кількість велоруху, велосипедистів, які можуть результати нам навести. Зросла кількість тих, хто кермує велосипедом сьогодні? Да, конечно. Так? Возрастает каждый год. А в кого то нема велосипеда? Как у нас велопрокатом в місті? Все супер. Супер. Их, по-моему, 4-5. Достаточно. Пока что достаточно, на самом деле. Ну, мне кажется, что вообще для города нормально было бы иметь велопрокат не такой, который ты покатался и отдал велосипед, а когда ты можешь его, ну, хотя бы, допустим, не так, как байкла поставить, а вообще хотя бы есть какие-то пункты в городе несколько. То есть ты его, может, не на улице оставил, может, для нас это... Хотя к этому тоже надо идти. Во Львове, в Киеве такое есть. Что значит для нас? Неправильно. Опять стереотип срабатывает. Но, тем не менее, должен быть велосипед, на котором ты не возвращаешься в то же место, где ты его оставил. Потому что это незручно. Конечно, это просто вариант такой прогулочный, спортивный какой-то. А именно для транспорта нужна сеть, или сеть велопрокатов, или велопунктов, что-то такое. Однако, при условии, что в городе вообще нет велоинфраструктуры, это нерентабельно заходить компаниям каким-то европейским или инвесторам украинским, с такими точками по всему городу, потому что понятно, что они будут только
еще воспитывать спрос. Люди еще только будут там приходить. Это не экономически, пока что не коммерческое. Нет коммерческого обоснования, чтобы прибыль получать, потому что нет велоинфраструктуры никакой. Немає, и дуже багато скептиків щодо цього приводу. Ну не вірять люди те, що в нас в Миколаєві може бути як у Львові, як у Києві. Тому наостанок я хочу запитати у вас, велоінфраструктурі в Миколаєві бути чи ні? І як нам, міським жителям, вам в цьому допомогти? От може нам щось можна робити? Безумовно, що полоси малювати ми не будемо, ну але все ж таки. Щоб вам можна проголосувати за проект 4 сентября. І вам можна іноді брати велосипед, дуже багато людей він є. І їздити їм по дорозі, є така штука, от Саша, може бути, скаже, критична маса. Да. То есть, що це мається? Критична маса – це кількість людей, які конкретно вот, являються велодвиженням, в принципі. То есть, существует отдельно велодвижение критическая масса, которое протестное. Протестное движение, которое за что-то должно там, бороться или выступать. Вот, то есть это собирается какое-то определенное количество людей, и оно отстаивает ну, как бы свои интересы. То есть занимает вот эти там, 1.5 метра от обочины, да, или там, крайнего правого ряда. И там ездит, передвигается, показывая тем самым, что уже пора, друзья. Ну, как бы, все, никуда не деться, мы уже есть и. То есть это массовый выезд, но чем больше обычных просто людей, чем больше велосипедистов будет видеть водитель на своем пути, тем ему придется с ним подсознательно считаться. Поэтому можно даже, я еду по тротуару, я по дороге очень боюсь ехать, можно просто брать велосипед и ехать там, где ты можешь ехать, по тротуару тебя все равно все увидят. То есть это есть такой спрос на велопередвижение, и таким образом все участники дорожного движения, водители, пешеходы, они будут видеть, что у нас появляется количество велосипедистов, і нам щось з цим треба робити. Ну, я розумію, що варто спробувати. Ну, я думаю, що ви кажете, Амстердам там чекає 60-70 років, я думаю, у нас так не буде. Ми вже зараз хочемо цим користуватися, тому наснаги вам у ваших справах подвигайте. То висновок такий, що велоінфраструктурі бути. Неприємні моменти, які ми бачили перед розмовою, я думаю, що вони будуть зменшуватися. Треба бути більш які уважнішими і, ну, я не знаю, сміливішими чи що. Дякую вам, Олександр Малянський та Анна Максименко були в нашій ранковій студії.